Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и сегодня мы посмотрим карту Рассвет. Комментарии с фразой «поиграй на карте Рассвет» — они одни из самых популярных и на стримах, и вообще в комментариях, поэтому, в общем-то, давайте мы ее хотя бы для начала посмотрим, я выскажу вам свое мнение о ней, посмотрим, что тут есть, и там уже как-нибудь на досуге мы решим, авось, а вдруг, а может быть, мы на ней замутим какое-нибудь небольшое прохождение. Давайте, в общем-то, обо всем по порядку. Карта 2 на 2 километра, это не очень большая. Вообще, автором она задумывалась для мультиплеера. В одиночке на ней тоже можно спокойно играть. Соответственно, на карте я насчитал 12 полей, но есть еще несколько лужаек, которые можно косить. По ценникам, в общем-то, они не самые дорогие, до миллиона практически все. Ну, гигантское поле третье миллион стоит, 1 312 000. Короче, недорогие поля. Зачем-то продается вот глобальный участок, вот это лужайки, скорее всего, какие-то для построек тоже копеечные. Есть тут несколько производств, в общем-то, до этого тоже еще дойдем. В центре, я так понимаю, у нас база. Давайте, кстати, ее сразу купим, посмотрим. Точек продаж довольно-таки много. Свое хранилище на базе 200 кубов. Ну, есть несколько дополнительных культур. С этим мы тоже чуть попозже разберемся. Погнали, для начала осмотрим нашу базу, если это она. Да, это она, только надо в другую сторону идти. Да, кстати, и давайте начнем с техники дефолтной. Буржуйская техника здесь присутствует. Такой, знаете, стандартный наборчик. Абсолютно все можно будет с помощью него делать. И картошка, и свекла вроде была, нет. Нет, для свеклы ничего нету. Есть для картошечки сажалка и убиралка. Средненький комбайн, пара тракторов. Ну, лично мое мнение, что на этой карте надо играть на ржавой технике, на советской. Как-то джоники здесь вообще не смотрятся. Ну, лично мне так кажется. Есть тут на базе заправка, и, судя по всему, за эту заправку будет у нас сниматься бабло. Как мне кажется. Сейчас мы это дело проверим. Че уж там. Он вообще не заправляет, деньги не списываются. Может быть, надо сюда топливо привезти, выгрузить и бесплатно им заправляться. Не знаю, как это работает, честно. Тут шлагбаум ручками не открывается, видимо, автоматически. Гаражи есть, открываются. Гаражи открываются. Гаражей много работает. Также у нас автомастерская на базе. Карта полностью поддерживает мод сезоны. В принципе, это не удивительно. Ну, площадка для техники такая симпатичная, в общем-то, мне нравится. Старая рухля здесь тоже стоит, но. Лично, как для меня, вот эта вся техника на этой карте не смотрится. РСМ-ка еще может быть более-менее, но на джониках здесь рассекать, это ну такое себе, честно. Хотя, может быть, со временем, когда будет развитие, бе-бе-бе, все дела, все это будет нормально смотреться. Ангар тоже открывается, большой, в общем-то, все работает, понятно. Также в центре карты здесь установлена, ну, деревня, в общем-то, какая-то стоит, людишки какие-то ходят, машинки какие-то стоят, домики, в принципе, симпатичные, все похоже на деревню, хотя тут они такие, больше, наверное, дачный поселок какой-то, потому что все как-то более-менее современно выглядит, ну, насколько это возможно, хотя, не знаю, я дикий городской человек, я не могу об этом судить. Проселочные дороги, в принципе, такие нормальные, потому что бывает иногда они на некоторых картах сделаны, ну, прям убого. Людишки ходят, машинки стоят. Все, в общем-то, у людей здесь хорошо. Присутствует здесь трафик, но это, походу, стандартный трафик из игры, то есть он на русский не заменялся, никакие модельки здесь не добавлялись. Мне лично на это все равно, абсолютно. Так что, в принципе, норм. Отсюда, кстати, хорошо видно то, что имеется на карте рельеф, то есть холмы, это не плоская карта. Многих это бесит, меня не особенно. Но, в общем-то, довольно прикольно. И что мне нравится в плане реалистичности на этой карте, то, что вот на полях есть островки, и они вообще, в принципе, не все одинаковые формы. Да, для любителей прямоугольных полей могут с этим проблемы возникнуть, но не знаю, косплей вполне справляется и с такими полями нормально. Далее, друзья, перемещаемся на свинарник. Он в карту встроенный. Не знаю, сколько голов сюда можно запихать, но сделан, в принципе, вполне симпатичненько. Свинарник как свинарник. Не знаю насчет складов, есть они тут или нет. Может и есть. Для кормов, для всякой фигни. Гаражи, видимо, рабочие, да? Гаражи не рабочие? Гаражи, походу, не рабочие. Бутафория, понятно. А зря. Можно было бы сделать гараж. Ну, свинарничек. Есть свинарник, как свинарник. Также есть тут водонапорная вышка около коровника и сам коровник. Это кучка навоза. Это не наш коровник. Пардон. Я куда-то иду, я немножко заблудился. Во. А вот впереди наш коровник. В принципе, тоже коровник, как коровник. Все в лужах, все в грязи. Грязи здесь много. Ну, правда, это такая, не такая грязь, как в 17-й ферме была. Двери тоже ничего не открывается. Бутафорский навозик, походу, лежит. А, кстати, эти участки не куплены. Давайте возьмем. Участок 200 000
стоит с коровником. Ну ладно, это все такое. Я думаю, в принципе, последний раз карта обновлялась аж в сентябре, но если появится скрипт грязи нормальный, может быть, автор обновит эту карту, я без понятия. Я с ним не общаюсь, и вообще новостей о них никаких не знаю, не читал. Тоже гаражи, все бутафория, короче, ничем пользоваться мы не можем. Хотя вот здесь есть какой-то навес, можно здесь какую-то базу организовать, если сильно хочется. Прикольно, что дороги некоторые такие, знаете, бетонные плиты. Мне это нравится. Если захотеть атмосферно поиграть, в принципе, можно. Посмотрим, друзья, что нам Global скажет по поводу производств. Есть мойка картофеля. Соответственно, засыпаем туда картошечку и палетики. И получаем на выходе мытый картофель. Молокозавод, который делает сыр и кефир. Из молока и поддонов, в общем-то, сыр или кефир получается. Пилорама у нас все как обычно. Туда доски на выходе, палеты и щепа или доски. Так, стопэ. Сырье бревна. Я это самое перепутал. Да, из бревен. Пилим деревья, закидываем бревна, получаем доски или палетики. Что хотим. Или и то, и другое сразу. Мельница есть, производство муки. Соответственно, туда зерно, пшеница, ячмень, овес и палеты. И на выходе мука. В общем-то, палеты нужны везде, я понял. Отдельно есть производство палет. Нет, это пеллеты. Что такое пеллеты? Я не знаю, что такое пеллет, если честно. Мне прямо интересно стало. В общем-то, солому, щепу, как топливо, я не знаю, будет это типа угля что-то. Я короче, не знаю. Ладно, сейчас разберемся. Ну, соответственно, тоже палетики туда, поддоны. И на выходе эти самые пеллеты. И есть еще хлебзавод. Хлебзавод у нас требует в себя муку и яйца. И на выходе у нас хлебушек. Чтобы все эти производства заработали, ага, под них покупаются участки. Ладно, давайте начнем с этого пеллета. А, это картофелемойка. Что-то я попутал. А где это производство пеллетов было? Производство пеллет. А, вот, увидел, что-то у меня не там маркер стоял. А, все, метки даже здесь есть. Ну, насколько я понимаю, как и на других картах, чтобы производство заработало, надо купить участок с ним. Участки стоят недорого. Производство пеллет. Что такое пеллеты? Мне прям интересно стало. Давайте его запустим тогда. Купим 10 тысяч литров соломки и немножко поддонов. Соответственно, зашуршало, 5 тысяч литров в час оно производит. Но пеллеты, я так понимаю, нигде ничего это не надо. Это вот эта вот хреновина. Ну, стоит дорого, ладно. Тут, насколько я понимаю, все работает. Так, с время немножко мотнем, чтобы посмотреть, что на выходе. 2 часа, нормально. Где у нас эта штука появляется? На складе? Видимо, да. Да, надо создавать поддон и выгружать. Давайте создадим этот один поддон. Посмотрим, где он вылазит. Хороший вопрос, да? Вот он вылез здесь. Какие-то пеллеты. Может, корм это какой-то или, я не знаю, топливо. Я, честно, первый раз услышал про такое слово. Ну, в общем-то, парочка производств здесь есть. Они работают. Практически все, кроме муки, используется только на продажу. То есть, каких-то сильных таких цепочек производственных вы здесь не найдете. Ну и палеты, разумеется, используются везде. Есть, кстати, еще с самого начала здесь был карьер. Вот здесь вот он находится. Давайте туда тоже переместимся. И точки спауна там нету никакой. Гениально. Ладно. Пойдем через мукомольный комбинат. Кстати, поезд стоит. Поезда вроде на карте нету, да? Самый прикол, я не могу туда пройти. И это не прикольно, если честно. Все как-то ограждено, фиг пойми, как туда попасть. Ну ничего, добрались. Соответственно, здесь у нас песочек, насколько я понимаю. И вроде как здесь просто лежит горка песка, и типа, он тебе нужен, иди, бери, продавай. А потом он, скорее всего, закончится. Ставь сюда конвейерную ленту или погрузчиком, грузи себе и продавай песок. Вроде как больше функционала у этого дерьма нету. Настрой площадку, вон иди, вози, или покупка песка просто, и все. Ну, ладно. Но это еще появилось в первых версиях, насколько я знаю. И это была самая первая дополнительная культура вообще на всех картах, которые появлялись. Ну, окей, пойдет. Нужны будут деньги, покупаете участок, вывозите песок, продаете участок и все. Не знаю, как он потом появится там или нет, но вообще сделано здесь все симпатично, с этим ничего не скажешь. И что меня радует, здесь практически везде стабильно 60 фпсиков выдает. То есть оптимизация у карты есть. Это прям хорошо. По поводу полей еще тоже можно сказать, что есть островки, хотя я уже говорил, но сейчас мы их поближе рассмотрим. Здесь вот эти вот электропередаточные столбы стоят. Электропередаточные столбы, ну вы поняли, короче. Даже дерево, и оно вроде как с коллизией, да? Или нет? Да, это все дело с коллизией, дерево без коллизии. Ну, в принципе, Курсплей с этим хорошо справится. Это прям 100%. Потому что островки большие, и он спокойно их объедет. Даже самый топовый комбайн их спокойно объедет. Так что с ними проблем быть, ну, вроде как не должно. А еще на карте, кстати, есть протравитель. Насколько я понимаю, штука, которая делает семена, удобрения и всякую такую хрень. И она, насколько я понимаю, не на глобаловском скрипте. То есть она тоже раньше появилась. Что у нас здесь? А, у нас здесь хранилище. Да, здесь разгрузка идет задним ходом.
принципе, курсплей тоже можно без проблем на это настроить, если умеете. Но для некоторых будет неудобно. Ну, прикольно, кстати, прикольно. Здесь, соответственно, скорее всего, у нас это все дело будет забираться. Кстати говоря, да, у нас овощи здесь, ну, точнее, корнеплоды здесь не хранятся, только зерновые. 200 кубов хранилища, ну и нормально, по-моему. Вполне. Хотя вот на карте есть овощи-хранилище. Где-то здесь можно хранить овощи, насколько я понимаю. Ну, расскажите мне что-нибудь, пожалуйста, про это место. Никаких ни подсказок, ничего. Вот тут у нас открываются двери, ёшкин кот, аж две, аж три. Я ж... все, какая-то кнопочка. Ее, скорее всего, можно нажать. Ага, меня заперли. Кошмар какой. Это у нас свет включается, логично. Ну и как мне отсюда выйти? Вашу мать, а? Не ожидали, да? Я телепортироваться умею. Дубль 2. А, это у нас, кстати, другое место какое-то. Так, а что здесь делать? А, вот, оно открывается. Двери, я просто лошара. Ну и здесь склад для корнеплодов. Хм, эти двери не открываются. Мы из склада в склад попасть не можем. Их тут два, насколько я понял. И, видимо, здесь это все дело должно храниться просто в кучах. Да. Вот, кстати, уже, к примеру, здесь что-то вон лежит. И есть вероятность того, что это можно будет даже и взять отсюда. Тут у нас лежит картошка. С помощью нее можно будет, наверное, посеять. Хотя она так лежит, мне кажется, это просто текстура, а не... Ладно, не знаю, не буду ничего говорить. Точнее, утверждать. Но, может быть, с помощью этой картошки можно первый посев картошки замутить. Блин, ну атмосферненько, атмосферненько, ничего не скажу. Нормально. Мы еще хотели протравитель глянуть. Где он тут? Вот он. Производство комбикорма здесь. Кукуруза, овес, картофель, свекла, вода. Соответственно, каким-то образом это сюда все засыпаем. На выходе получаем комбикорм для свиней. Здесь у нас протравитель, зерно, удобрение, семена. Соответственно, тоже, наверное, все работает. Отсюда у нас это все будет выгружаться, я так понимаю. 1-2 подъезжаем, загружаем семена или комбикорм. Удобрение делать нельзя, да? Или я просто не нашел, может быть и можно. Хотя вот еще какое-то здание есть. Погнали его тоже глянем, осмотрим. А, это наше хранилище, я понял. Ладно, что у нас тут еще интересное есть на карте? Ну, станция погрузки извести, я думаю, это понятно. Хранилище жидких удобрений есть на карте. Блин, я бы удобрение вот так вот не хранил бы здесь, в этой куче. Насколько я понимаю, оно здесь хранится. Какой-то склад для навоза, может быть, тоже его можно здесь хранить. А можно, может быть, даже его можно отсюда брать сразу. ХЗ. Ну, в общем-то, есть тут чем позаниматься даже, если так посмотреть. Погнали еще биогаз глянем. Ямы здесь... ну, практически дефолтные, как в игре идут. Сильных заморочек по их поводу какого-то нету. Ангар, я так понимаю, должен работать. Хотя, вот эта вот текстура вот этой двери, она мне кажется такой нелепой. Я могу посмотреть внутрь, но я не могу открыть эту сраную дверь. Ну и ладно. А с этой стороны она откроется? С этой стороны она тоже не открывается. А зря. А эти гаражи тоже не открываются. Бутафория, понятно. А, может быть, кстати, у нас не куплен участок, поэтому это не работает. Соответственно, здесь у нас есть ямы и точка продажи биогаза. Какого биогаза? Силоса. Ну и, соответственно, дегистат будем получать побочно, который можно удобрять или продавать, кто как хочет. Что мне кажется, или вот яма, вот ты идешь, и они вот так вот исчезают, да? Я не знаю, это проблема карты, проблема игры или моя проблема компа. Это как-то неприкольно, мне кажется. Ну вот, исчезает. Ну давайте, друзья, еще прогуляемся немножко по городу в конце. А, тут точки продажи и просто бутафория, посмотреть, насколько хорошо оно сделано. В принципе, неплохо. Я вам скажу честно, мне с первого раза вообще, когда эта карта появилась, она мне дико не понравилась. И я поэтому не играл на ней. Никогда. Тут вон школа даже есть. Хе-хе, Кирпильская, понятно. Я, в общем-то, на ней не играл, она мне не понравилась. Я запилил первый обзор на нее, полил ее грязью, и поэтому после просмотра обзора решил даже его не выкладывать. Но... не знаю. В общем-то, она вполне симпатичная. Ну, допилили, да, со временем. Не знаю, как она, сколько на ней багов, насколько кривые триггера на ней стоят или ровные, насколько правильно прописаны размеры полей и так далее. Я, честно, не знаю. Поезда, насколько я понял, тут нету, которым сами будем пользоваться. Есть железнодорожная станция, просто как точка продажи сделана она симпатично. Вроде неплохо. Опять-таки, больших объемов здесь всего ждать, наверное, не стоит. Хотя поля, друзья-то, большие. То есть тут реально уборка поля, а потом просто возишь на эти сраные заводы. Там объемов нет. Хотя скорость производства 5000 литров в час, это довольно много. Работает это все быстро. По геймплею, в общем-то, не знаю, как она интересная, нет. Но фанатов этой карты много. Прям очень. Можно, наверное, здесь что-то даже как-то поиграть будет.
В общем-то, друзья, на этом я этот обзор закончу. Честно говоря, не знаю вообще, как из меня обзорщик получился или нет. Я, в общем-то, на ней просто побегал, высказал свое мнение, показал вам, что тут есть. Хотя, скорее всего, для вас это все не новость. Насчет будет ли на ней карьера, ребята, вряд ли. Может быть, я не буду ничего обещать. Администрация совхоза у нас тут находится. Может быть, когда-нибудь, если прям будет нечего делать, может быть, мы поиграем на этой карте. А может быть и нет. В общем-то, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, не забывайте про лосики, если вам понравился обзор или вы что-нибудь полезное отсюда узнали. И у нас здесь продаются сигареты и куры-гриль. Гениально. Не, в России, наверное, так и это самое, так и продается. Шашлыки, чебуреки. Блин, я бы чебурек сейчас захавал бы. Да, я вот такой вот человек. Увидел надпись «Шашлыки и чебуреки» и захотел зимой не шашлык, а чебурек. Ну, я странный, что поделать. В общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.